Если мне кто-то, конечно, это поможет сделать. Так, а теперь смотреть надо как-нибудь прокопаться. Так, Сережа. Все, я пошел в паучий биом. Ну вот, Жень, смотри, как это выглядит. Да, да, я вижу. А призывалка с чего крафтится? Призывалка чего? Да-то. Мы можем скрафтить призывалку пиратов и фармить. А-а-а. Просто нам бы всем Battle Mount. Ну, кал не кал, а где ты до марсианского вторжения найдешь летающего маунта себе на халяву? Ну и крылья найду. Он вообще-то один из самых быстрых. Ну, вертикально он самый медленный, наверное. Ну, бля. Но зато можно безопасно летать. Золотая люстра, золотая. Правильно? Там специальный сундук есть под всякие эти штуки. Под люстры, под всякие. Я там где-то золотой стол выкинул. Так, под мебель, да? Говоришь, есть сундук. Да. Там прям сундук, на нем написано мебель. У него нет шалки. Я себе не делал такой еще сет. На призывателя нет. Какой, кроме паучих? Паучьего сейчас никакого, по идее. У меня сейчас только паучий доступен, получается. Получается. Я буду выбером. Да. Прости, Жень, я заберу тебя, твою роль. Я человек. Я буду боссом всех пауков. Я не прощу. Мысли, человек, ты же панда. Угу. Я думал, ты панда. А я думал, сова. Не, сова это Мария. Сова, которая на голову. Слушай, граф, не в обиду. Я поскидываю в один сундук некоторые вещи. Дай их мне, я лучше сам поскидываю. Ну я вот сюда поскидывал. А ты разберешься. Ну, спасибо. Лёш, у меня есть 19 руды. Палатиновый, вот этой палатиновый. Сколько там надо? Вот, возле сундук, который возле входа с наковальней. Вон туда, пожалуйста, положите. Возле входа с наковальней. А, вижу. Вот туда сложите это. Тут 20. Шлем мне не хватит, да, наверное, сейчас посмотрю. Я просто уже почти докопался. Я не могу. Сложи, я приду, сделаю. Меделечко. А там что-то надо еще, кроме руды, да? Ну, слитки сделать. Слитки я сделал. Ну вот, если хватает, скрафти. Нет, это метеоритный. Нажми, наверное, на ковалинку. Вот, тап. Вот, есть шлем. А как мне узнать, для кого он? Там милишника будет. Ближний бой. Дистанционный урон, магический урон и ближний урон. Ну, я вот этот возьму, ближний. Ближний. И ты получишь сет. То есть у меня в теории сет, да? Больше да. Для него ничего не надо? Да. Окей. Ты можешь половить зачарование на зачаровальном стали. Угу. Только денежку еще скидывай сразу в свинью копилку. Ты денежку-то понятно. А то я помню, ты когда говорил, что я там четырю. Ну-ну. Да не, на самом деле четыре я просто... Умело скрываюсь. Монтаж? Да. Во время переходов там между серией X-Ray включает и выключает. 100%. О, лианы метеорит, проходы зарастают, прикольно. А-а-а.
Так, у нас сколько зелий червоточин сейчас? Кто-то находил еще? Как-то крафтить можно, что ли? Ну да, только у нас никто не занимается крафтом. Зелий. Там потому что я через рыбалку. Я вообще не умею это делать. Да. Я знаю, что много зелий с банок падает. Кстати, грибной биом. Надо, кстати, на поверхности делать. Кто там хотел делать грядки, грибной биом на поверхности? У вас есть шанс. Умирать, 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 умирать. Грибы нести? Ну да, грибы надо. Так, сколько я грибов собрал? Немножко. 31 светящийся гриб. Это на этого хватит? Этого мало. Теперь для чего? Уестся на отметке. Ну, чем больше, тем лучше. Блин. Зачем я тут гребаный грибной биом пришел? Грибные зомби, плюющиеся растения. Не убить тут все хочет. Я чуть не умер. Я нашел кого? Bones McGee. Это что продаешь? А, ты скелета торговца нашел. Да ты... Грёбаный лучник, блин. За инвентарем стоял, я его не видел, он мне настрелил. Ты у нас на базе поселится же, да? Кто? Он уже не скелета нашел. Ну я активировал его. Не, он не селится нигде. Подлюка. Ну запомни, где ты увидел его, он потом пригодится. А, я случайно что-то нажал, и у меня мини-карта пропала. Это как? Это тап. Спасибо. Ква. Когда путь так близок, но вторжение пиратов все испортило, блин. Надо еще у нас зелье шахтеров там случайно не завалялось. Наверное, случайно нет. Охотник. Одно. Ярости, скорости, регенерации. Что ты меня преследуешь? Можно, пожалуйста. Давай копай, солнце еще высоко. Граф, я где-то дверь пилил, не знаю. Пожалуйста, возьмите. Так вот кто дверьми там хлопает, а вот то не закрывает, то ломает. Понятно, импостер на этим. Кто бы говорил, а? Сбой в матрице вызываешь постоянно. Ну слушай, по этому поводу я предлагаю кикнуть Андрея. Это один из тех сбоев. Не. Зачем? Ну, слушай, Андрей, если было бы вообще за шоу, убили бы. Там мы пауков, кстати, нашли. Да я тоже их нашел. Убивайте их. Жалоб не отдадите. Я пойду в себе на фарм. Жень, мы не хотим туда. Ты не хочешь. Нормально. Ёб ты. Да, пауки, кстати, страшные. Они, да, они того этого... Пауки могут. Вы только не ступите туда, где я фармлюсь. Это вот где вы, только правее. Там свечка стоит. Ты поставил свечку? Да. За упокой? Угу. Те, куда придут, упокоятся навеки. Смотри, застрял чувак. Да что-то они какие-то непродуманные. Кто так строит свою хату? Ёбаные пауки.
А, колется, колется, колется! Вы там паучков убиваете, ребят? Жень, ты застрял. I'm stuck. Это так много стало. I'm stuck опять. Ребят, тут как бы руду не выкопали. Вон где я стою, прям напротив вас. Тебе же жвалы их нужны или паутина? А, паучий клык. Ну, клыки, 75, да. 75 штук. 75? Да. Фу, еще один сундук паучий. Открывайте. А я... паутиновый ткач, это чё? Смотри, чё. Я такой же просто... Жень! Ежи! Давай-давай, там это... Давай-давай. Сражайся. Умирай. А кто там, Королё Пауков, что ли? Ебать! Буду прокапывать. Самый безопасный способ куда пройти. Вот это я вот там нашел, типа. Еще один ключ. Странно, что два сундука в одном биоме. Обычно все-таки сундуки редкие здесь. Хм. Ну что это за канализация, посмотри. Угу. Ну как-то странно. А, паутинкой прикрыто, чтоб не про... Выпадает это, Жень? Да, чуть-чуть выпало. О. Там был. Поздравляю. Поздравляю. Теперь осталось дождаться бури. Дай на небе бурю. Ну вот, я иду как раз таки за нормальной броней хардводовой. Уже какую? Вторую серию получается, да, Жень? Без разницы. Умираем и умираем. И так хорошо же. Я еще эту штуку сначала хардмода. Так, куда я? Далеко еще? Ну да. Mm. Можно было бы где вы стоять, но я хочу там, где свечку поставил. Так, еще мне надо джунгли осветить и порыбачить. Не надо джунгли освещать. Намеренно. Надо. Очиститель потом. Мне кристальный змей нужен. Вот потом это будешь чистить сам. Нет! Они у нас и так прокляты. Багрянцем тут. Собака. О, шарик этот. Почему я не могу теперь дойти нормально? Этот червь. Колесов, где там твой туннель был? Как туда попал в тот биом? Через 100 тысяч туннелей. Там можно из грибного биома прокопаться. Можно. У меня. И у графа вроде был. Или нет, у меня нет. Твою мать. Гребаные ловушки. Стой, там ловушка. А? Excuse me. Больновато. Да. Скрипнул от видео. Да. Съели. Ух ты, какой червяк трюфельный. Это призывалка. Ну да. Гуляет. Наверное, все-таки с грибного биома буду копаться. Так безопаснее. А когда у этого чувака крылья появятся? У друида? Когда убьем Плантеру. Mm-hmm. И у него то тогда же и сет призывателя появится еще один лучший, который сейчас хочу достать. Mm-hmm.
А так Вивену надо, да? Сейчас бить. Армия гоблинов. Разбирайтесь с ней сами, короче. Не пойду. Так, я тебе скину... А я знаю, что у шамана, да. Я тебе скину... Пошла, это рыбалка. В ингредиенты я скину. Жевалы в ингредиенты? Да, да, да. Возьми, положи их где сундук, где мы вот для наковальни в самом начале. Но это же не твой личный сундук, а для наковальни. Для, ну, для крафта, это же для крафта. Ну, я ингредиенты для крафта. А где эти? Кто там сейчас идет? Гоблины? Где они? А, да нет, ты этот инженер, припишешься и все. Нет, написали. Армия гоблинов, вот. Я чё-то не могу пролистать. А вот. А, бу-бу-бу, партнер прибыл. А где? Или не показалось? А, вот, гоблин. Фу, блин. Граф, стой. У меня есть то, что мне не надо. Что? Серая нажимная плита? Наступи на нее, Жень. Да даст не. Тебе, даст тебе смерти. Силу земли. Да. Скорее всего. Ой, убийцы. Вы убийцы меня, вы в курсе? Ну, я тебе плащ смертника дал. Как его? Свитер смертника, или как он там назывался? Отдавал же. Звучит не очень. Звучит как плохой звук. А сколько же ты жевал положил? 6. Я больше не нашел. Может быть, у Колесов что-то осталось. Я тоже в сундук закинул. У меня быстрой стопкой там куда-то закинул с кто-то. Значит, там, где Женя положил. Угу. Вот интересно, где тут в этом грибном биоме те туннели, которыми ты шел? Нет. Стоп! Священный мимик. Священный мимик, да. Да, он просто прилетел через пол локации, убил меня и улетел. Мимик! Нет, ну не! Кстати, в теории мы можем. Я тоже хочу, ребят. Все, я передумал. У меня уже есть 11! Так всю Тиму убил нахер. Он как, он вылезет на поверхность? Мы его выманили? Я хотел его выманить. У нас тут на поверхности... Ёп! Примерно! Что это было? Это не мое, это не наше. Жень, куда, в какой ты ингредиенты положил? Внизу первый этаж подвала, предпоследний сундук, вот, подо мной. Там каждый сундук подписан, еще есть табличка. После рыбалки. Что-то странное происходит. Я заметил. Ну да. Андрей, я возьму твои 9 золотых. Дриада прибыл. Давай. У нас цветы земли прямо вокруг дома начали расти. В смысле? А кто Андрей. Кто подсолнух снял? Это все Андрей, я видел. Он сказал, это я. Простите, я все видел. Где гоблин? Прям у дома клево. Ну, поздравляю. Вот что у нас прилетело, эта хрень. Не за гоблин? Нет, это святых земель. Вот конкретно, кстати, проблема, там уже задний фон превращается в святые земли. Ой. А где гоблин? Что-то я не вижу. Колесов, иди сюда на собеседование. На собеседование? Да.
Там что, где-то ты нашел кожаный диван или что? Почти. Мы тебя собеседовать будем. Итак, Колесов, скажите, пожалуйста, по какой причине вы хотите работать в нашей фирме? Ну, знаете, мне в любом случае нужен какой-то карьерный рост на моей прошлой работе. Все-таки я не мог там долго задерживаться. А почему вы ушли с прошлой работы? Не устраивало. Я все-таки хотел как-то двигаться дальше. Смотрите, это мне было нужно. Смерть дышит мне в затылок, поэтому нужно поговорить. Давайте вам согласиться. Поэтому давайте быстрее найдем консенсус. Скажите, пожалуйста, что вас конкретно не устраивало на вашей прошлой работе? Ну, у меня не было вот этих вот розовых фламинго, которые нас здесь в данный момент окружают. То есть вам нравится дизайн нашей работы? Да, конечно. Ага. И это только то, что вас устраивает? Ну, да, да. Угу. То есть вы согласны работать почти за даром? Ну, я, знаете, я уже, честно скажу, забегая вперед, я уже получил предоплату. Андрей передо мной, ну, то есть курьер передо мной упал и дал мне 9 золотых, так что... Скажите, а вы как-то содействовали тому, чтобы он упал? Нет! Это все еще твоя гребаная проверка на трейдера. Хорошо. Тогда скажите, можете описать свои лучшие качества? Так, ну лучшие, ну вот смотрите. Я почему-то не могу посмотреть, что... Ага, могу. Что вы мне дали? Это взятка? Нет, это мои лучшие качества, которые я в бутылку запихну. То есть вы предлагаете, продаете ваш пердеж в банках? Ну, скажем так, это... Нет, это хорошее такое же. Ну, скажем... видите, людям нравится. Людям нравится, что ваш пердеж в банках, да? Я правильно понял? Да, да, это всех устраивает вполне. Ну что, это творческий подход к работе, да. Мне это нравится. Тогда хорошо, назовите самую худшую черту в вашем характере. По вашему мнению. Да. Адский лук? Еще и неправильный? Да. Да, да, он из глубин ада, вот из глубин моей вот черной души. Угу. Прям в глубине души все-таки есть что-то, что сдерживает меня. Что-то, что не дает мне раскрыться на полную катушку. Но я уверен, вместе, вот в вашей компании, мы вместе найдем какое-то решение этой проблемы. Скажите, а вы кого-нибудь убивали с этого лука? Знаете, он настолько кривой... Это я в одну точку стреляю. То есть не убивали? Я не знаю даже. Может, убивал, если не хотел убить, или не убивал, если хотел убить. То есть вам без разницы, убивали ли вы или нет. Вы даже не считаете, сколько вы убили, да? О, даже не знаю. Вот видите, я даже букашку не могу убить. Ясно.